всех вместил в сердце свое. Аминь. И в этом сердце ты нас сделал и царями, и священниками, Господь. Спасибо тебе, вся хвала и слава тебе. Мы возносим всю хвалу, все сердца воскликнем, когда... Все роды, из рода в роды, просто каждый, вы видите сейчас, весь род, он здесь. Поэтому у нас миллионы, миллионы, здесь все. Спасибо тебе, что сейчас здесь ангелы, и облако свидетелей здесь, и мы в одним голос, и в субботу будет приходить народ Божий славить Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, воскресенье. Спасибо тебе за милость и любовь твою, Господь, за братолюбие, что мы вот так вместе славим Господа. Аллилуйя. Сейчас, Господь, благословляй каждого, кто еще не дошел, кто идет. Пусть просто ангелы сейчас их принесут на крыльях любви. Сверхъестественно, чтобы зал, например, полный зал, все бегут ко Христу. И Бог прилагал спасаемых в церкви. Бог прилагал. Аминь. А мы те, которые ждем, и те, которые готовы. И пусть сейчас наши сердца расширятся. И расширят пределы наши. И открываем нас, как говорит, и войдет царь славы. Аминь. Царь славы. И огонь любви Божьей. Огонь Твоей любви, Господь. Пусть просто возвышение говорит каждому. Возвышение. Спасибо тебе. И церковь, она красна, как полки со знаменами. Аминь. Спасибо тебе и любезна, как Иерусалим. Слава тебе, Господь. Аминь, аминь. Спасибо тебе за милость. Аллилуйя. Благодарим тебе. Это река жизни, река Духа Святого. Река Духа Святого. Она течет в вашем сердце. Аминь. Она течет. Аминь. И мы познаем здесь любовь, что есть широта. Высота, глубина, долгота, любовь Христова. А мы род избранный. Люди взятые в удел. Удел Христа. Мы удел Его. Мы Его удел. Слава тебе, Господь. О, Иисус, спасибо тебе. Аллилуйя. И прямо сейчас, Господь, мы говорим, душа России, душа России, тебе хорошо. Иисус пришел, слава Иисусу, и в душу каждого государства, и в нашу на всю землю, земля, земля, слушай слово Господа, слушай слово и ликуй, и торжествуй Израилю. Отменил Бог приговор. Аллилуйя! Радость и веселись, и пусть это радость в вашем сердце, радость и ликование, что Бог всех нас Он поместил в свое сердце. Аминь. И рука Аминь. На пульсе, где пульс, и рука на пульсе, Аминь. И сердце Аминь. Бьется Аминь. В вашем. Сердце Иисуса в вас бьется. Аллилуйя! Видео в Колпино. Пусть все Колпино ликует и торжествует. Пятидесятница пришла. Аминь. Сейчас верит. Даже находится в Сибири Ниночка Кокорышкина. Пусть вся Сибирь, эта венгерка, просто ликует. И все, что там совершает сейчас Бог, Он чудеса там твои. Пусть эти чудеса происходят. Сейчас весь Брянск пускай ликует. Церковь там где в Брянске. И вся Брянская область. Аминь. Весь город мирный, и пусть этот мир Божий наполнит эти сердца, Господь. Пусть этот огонь любви прямо сейчас слышат все в этом мирном, и вся Брянская область. Благодарим сейчас Касань, вся Касань слышит. Набережные Челны, мы говорим, Ниночка, ты слышишь нас? И здесь в этих сердцах все написаны, все роды их, и все Аминь. Имена, все... Все семьи здесь, Господь, благодарим Тебя. Сейчас Канаш, Ирочка, Вячеслав, Илюхочка. И все, сейчас вся эта церковь, которая в Канаше, река жизни наша, слышит голос Божий. Аминь, аминь. И мы все вместе, и в Удмуртии. Сейчас Танечка, кто там у нас? Берешева, еще кто-то. Галочка, Наденька Попова.
Они все слышат голос Божий, и они здесь, они вместе с нами. Мы все, и все, кто с ними, и с нами, и мы все едины, потому что Бог сказал, Он глава, а мы Его тело. Слава Иисусу Господь. И за всех, все церкви Санкт-Петербурга и области, это единая церковь, мы все едины. Единые мысли, одни мысли, одни уста, и устами славим Господа. Мы ничего говорим другое, мы славим Господа. Слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя. И сейчас. Аллилуйя.